Группа инвесторов Твери готова вложить деньги в развитие Парка Победы. Как будет выглядеть любимое место отдыха горожан, выяснится в ходе проведения конкурса на лучший проект. Наш корреспондент расскажет об условиях участия и приоритетах конкурсной комиссии. Парк Победы должен стать центром притяжения взрослых и детей. Попытки привести в порядок территорию не увенчались успехом. Теперь тверские инвесторы готовы вложить средства, чтобы дело довести до конца. Для этого необходимо привлечь творческих людей, архитекторов, которые готовы предложить свое видение. При этом нельзя забывать, что рядом с парком и кукольный театр, и площадки для детей, и занятий спортом. Эти объекты необходимо корректно ввести в план реконструкции, так же, как и установленную военную технику и пантеон. Когда мы говорим об этом явлении, как вот парке Победы, здесь мы хотим подразумевать, что это парк Победы русского духа, русского оружия, парк Победы, в общем-то, России в многочисленных каких-то войнах, может быть. Это просто победа человека над, там, добра над злом. И вот если вот мы когда воспримем концепцию вот этого вот конкурса именно с такой вот несколько философской точки зрения, то мы сразу открываем бездну каких-то интересных направлений, которые через архитектурно-планировочные решения, ландшафтные, какие-то объемные решения, может быть, еще какие-то необычные. Алексей Жоголев также отметил, что с участниками конкурса не была обговорена площадь для работ. Здесь может быть задействована не только границы Парка Победы, противоположный берег Лазури, но и больше. Парк этот должен начинаться с Трехсвятской. То есть, если он, как бы, вот начиная с Трехсвятской вдоль части Лазури, той, вот, которая туда выходит, он уже начнет свое вот, как бы, раскрытие, то есть вот этот парк станет больше. Если дальше смотреть, то у парка есть широченное раскрытие вдоль Лазури, туда дальше, вообще до Московского шоссе. То есть мы вот эту пойму можем и в дальнейшем как бы разыгрывать. И интерес к этой пойме, он должен как бы появиться не только как вот там камыш покосить, да? Конкурсный отбор по приему заявок уже начался и продлится до 19 февраля 2020 года. К участию принимаются работы как уже известных архитекторов, так и начинающих дизайнеров со всей России. Для них будет интересен не только объект, но и призовая сумма, которая достанется победителю – 100 тысяч рублей. Итоги будут подведены специальной комиссией, а также выложены в сети интернет и в социальных сетях. Поэтому любой житель Твери и области сможет присоединиться к выбору будущего Парка Победы и проголосовать за понравившийся вариант.